Всем привет, всем привет, с вами Шмэг, вы на канале Ушмэг, и сегодня продолжаем играть в Witcraft Inc. И, как вы помните, у меня опять прошлая серия вылетела игра, но я немного тут подправил дела свои, немного без записи поиграл, до декабря, в принципе, такое же время, примерно такие же деньги, как и как, когда вылетала игра, дошел до этого момента, и продолжаем, у нас... В принципе, проблем никаких нету, но у нас есть проблема в виде того, что полицайку, надо полицайку покупать полицайку. Вот влияние конкурента возросло. Помните, на прошлой серии заканчивалось на том, что... они бомжей убирают с рынка бомжей. Вот. Но игра вылетела, и пока этого нету. Пока этого, короче, не произошло. То есть я пока могу продавать свою вот эту траву бомжам на рынке. Вот. То есть с какой-то стороны плохо, что игра вылетела. С другой стороны, видите, то есть мне немножко помогло по... Просто потому что и все. Просто потому что и все, потому что игра вылетела, и все. А что я могу сделать? Я сделать ничего не могу, да? Потому что игра, это не я, это все чисто игра, да-да-да. Ну а как? Я по чесноку играю, я никак, ну что началось-то? Здесь мы убираем, да, полицайка. И смотрите, то есть, пока видите, бомжи есть, но мне кажется, скоро их не будет. А, у них вырос 32, да, было 25. Полицейский понял. Сэр, во время после патрулирования. Ага, я понял. Да, сейчас просто копаем на... Ой, копаем. Выращиваем для того, чтобы мы могли скинуть это говнище. Вот, и... Тогда это будет уже, ну, совершенно другой клинкор, так называемый, да? Совершенно другой клинкор. Хотя, может... А, не, ну да, это как бы без... Бессмысленно, на самом деле, ну да. Январь уже начался, видите? То есть, в принципе, так. Нет, пойдем в семейный дом, может быть, что-нибудь еще выросло. Пока ничего не выросло, да? Плохо. Так, а, 10, пока все, да. Погнали тогда на рынок продавать. Берем вначале полицаев. И посмотрим, на сколько денег мы можем. 7200. Ну да, прирост. Прирост, если честно, совершенно как бы, ну, голимый прирост. Голимый прирост. Так называемый. Мне не нравится, когда прирост по бабкам. Да, ну то есть, что мы там, 2000 баксов все выловили. А мне нужно 15. А мне нужно 15. Это как бы... Плюс еще эта фигня-то, видишь, она растет. То есть это как бы проблемы. Определенные проблемы. Определенные проблемы для меня. Так, но главное, чтобы... главное, чтобы сейчас... Мы сейчас соберем еще 270 грамм вот этой травы и выкатим на рынок вместо... Вместо вот этой реги. То есть мы сейчас собираем реги, ее быстро продаем бомжам, а потом меняем ее на рынке на вот эту. А ее уже будет где? Ее уже будет сколько? 540, правильно, грамм? То есть полкило, и с этого мы будем получать, ну, в принципе, нормально. А что, нет, не нормально? Как ты думаешь? Напиши, напиши! Или не пиши, не пиши, выскажись. Просто выскажись. В принципе, у этой... Ну да, видишь, все, эта трава уже готова. То есть мы ждем регги. Она быстрее, по-моему, дорастет, чем это. И все, и все. И мы в дамках. А может и не в дамках, не знаю, посмотрим. Так, еще 500, это я, у меня 8000 уже. Что с влиянием? 30 сколько было? 32, по-моему, я всего... Мало, нам нужно регги, короче, собирать. Мало, мы очень мало, мы отдаем конкуренцию, то есть это плохо. Это плохо, мне это не нравится. Совершенно. Да.
Так, еще раз тебя стрижем. Ну, в принципе, это... В принципе, это все нормально. Нормально пока. Вот этот мне уровень не нравится, конечно. Этот уровень, он... Он меня озадачивает, потому что... Потому что... Вот на самом деле, я, кстати, не знаю, вот этот вот смысл есть, вот этой травы или нет. Кстати, там еще есть какие-то, да? Grand Daddy Purple. И Wowie. То есть, ну, не... Может быть, имеет смысл как бы другую траву какую-то фигачить, да? Тусовщики. 29, плохо, много. Но влияния, короче, вообще нету влияния, видишь? Ой, влияния. Ну, полиция, короче, уже все. То есть полицайка. Полицейка, считаю, вообще уже отвалилась. Так, сколько там у тебя вот столько? Так. Вот столько, а у тебя вот столько, я понял. Так. Немножко ускорим. Ускоримся. Безупречно. Так, погнали, пока продадим остатки лимона, лимона своего, да? Так, и чё? 28. Ну, нет, мы сейчас вот на реги. Мы на реги подтянем. Мы на реги сейчас немножко подтянем конкуренцию. И потом убьем уже их полукилограммовым вот этим. То есть, в принципе... План просто огнище. Просто огнище, я считаю. Да, сейчас уже будем собирать. Давай здесь пока польем. И все. Да. Все, можете собирать. Собираем. Не, сейчас пока не продаем. Сейчас пока ждем немножко. Мы ждем вот эту травушку-муравушку. Мы ее ждем. Она нам нужна очень. Сейчас. Да, реги уже всю хотят скупить, видишь? Флинт. Убираем полицаев. Скидываем. И... Вот, теперь запрещены эти группы, бродяги, видишь? А в смысле, а у меня... А как? Это плохо. Это очень плохо. Мне это не нравится. Мне нужно, значит, открывать точку. Вот здесь. А, по продаже регги. Но смысла в этом нету. Правильно? Смысла нет, потому что рынок-то они заняли, понимаешь? Ну ладно, сейчас мы это сделаем, подожди. На 140 грамм как бы тоже я не хочу терять. Потому что это бабки! Опа. Чем могу быть полезен, Стив Поланский? Хочу попросить тебя одолжение. Здесь мне... Сделаешь на меня кое-что? Закрой глаза. Я заплачу. Ты добропорядочный паренек, и моя работа не слишком хорошо оплачивается, но я могу немного рискнуть для того, чтобы поднять бабла. Однако я не хочу никаких проблем. Выкладывай. Мне пригодились бы деньги, так что да, ага, хорошо, я сделаю это. Больше не будет вас беспокоить. Шикарно. Шикарно. Подожди, а что с этим?
что с этим. А сколько длится? Сколько длится? Интересно. А, или мы... В смысле? Ага! А почему так много? Нет, я не хочу так... Так я сейчас разорюсь, алё, нет, братан, подожди, а можно... Не-не-не, ну 3,8к платить за подкупку копа, как бы, я пока не хочу. Типа, подожди, братан. Братан, погодь. Подожди. Чё я сделал? Блять, ты... Так, мне надо, короче, зачем я расширил-то эту комнату свою? Еще не понимаю. Дурачелло. Так. Мне нужно сейчас, подождите, нет, стоп, игра. Мне нужно убрать 3,8к, вы что, прикалываетесь? Я не потянул столько денег. Это несерьезно. Подождите, пожалуйста. Нам, знаешь, что еще нужно? Поднять сейчас этот будет ценник на свою траву. Так, сейчас сюда. Так, мне надо продавать. И мне нужно сейчас стопэ сделать игре, потому что мне нужно... Ну, блин, 3К. А он обидится, интересно, что я отменяю свою сделку, типа, или как, или нет, или да. О, смотри, у меня бундюки появились. Хорош. Подождите, стоп. Момент. Так, давай сохранимся на всякий случай. Чтобы... Потому что если что, короче, мы откатимся. Так. Поговорить. Не, подожди, я хочу поговорить. Давай пообщаемся. Расскажи о себе. Ты очень загадочная личность, тебе нужно немного раскрыться, давай же. Окей, я расскажу вам кое-что о себе. Отношения нейтральные, интересуются коноплей. Давай поговорим о семье. Возможно, вы хотите поговорить о семье, я могу рассказать о моей. И всегда, когда я разговариваю с семьей, то чувствую теплоту. Шикарно, у нас с ним уже знакомый. Так, давай поговорим о образовании. Какое у вас образование? Не знаю, обычное. Давай поговорим о конопле. Как вы думаете, марихуана должна продаваться открыто? Ага, я бы начал рекламную кампанию с тех, кто по максимуму признает марихуану художники. Хиппи, тусовщики. Позначнее будет с теми, кто все отрицает, например, религиозные или старики. Но если ты обернешь травку в обертку традиционных ценностей, можно будет толкнуть ее им на раз-два. У нас выросли с ним отношения, это, в принципе, прикольно. Так. А как бы мне вот эту тему... ее нельзя, типа, сбросить уже или что? Я не понимаю. Отели и бургер, он, да? Заведует бургером и отелем. А больше я ничего и не могу, да, тут? Я понял. Так, еще раз сохраняемся. Опять же, на всякий пожарный. Так, дальше играем, да. Так, мне нужно, короче, конкурентов убрать. А как их убрать, если умы 26? Плохо, мало, плохо. Так. О, лемон, отлично. Лемон, это хорошо. Его уже хотят купить. Так, подожди, мне нужно еще разобраться с... Ну, блин, ну 3000, конечно, это жесть. Отменить уже никак нельзя, да? Не получится отменить его, чтобы он не закрывал глаза. Ну, а как ты, да, типа, что за бред? Блин, ну я предложил, типа, до хрена бабла просто сразу ему на 3000, типа, да? И, как бы, блин, ну у меня не такой бизнес, чтобы, ну, типа, камон. Ну, хотя, смотри, если 3000, я могу, может, здесь все, типа, тогда делать, тогда все.
Нормально. Регги сюда фигачить или Супер Лимон Хайс. Не, наверное, да не, надо регги, да. Ну, типа, для травы ничего не нужно, ее будет дофига и не знаю. Ну, может, это и глупо, конечно, я не знаю. Хотя, наверное, это глупо, да, было. Ну ладно. А типа, если у меня не будет денег на момент конца месяца, что будет? Так, ну получается, что меня не трогают 3 месяца, типа, да? Тут поквартальная, типа, это оплата, или это, типа, каждомесячная? Каждомесячная я не потяну, да? Ну, это нереально. Не, это похоже, слушай, это похоже месячная оплата. Подожди, а как отменить эту оплату? Можно как-то отменить? Блин, надо зайти, короче, в это, в расходы-доходы или как это? Скарлет они. Так, ну видишь, я все продал. Не, подожди, стой, пауза. Траты. Семейный дом, подкуп, Стив Поланский. Как отменить? Сейчас, подожди. Рад видеть тебя, дружище, что нового? Блин. А, вот так можно сделать? То, с чем ты мне, спасибо. Да вот, Джонни, возьми. Интересно, с которой очень ценит свою семью. Рыночная площадь, теннисный, семейный. Пока так, блин, братан, не могу тебя. Пока не могу тебя так. Не могу тебе сделать. 3-4К, за что, почему? 2600? Почему 2600? А, все, 800. Но он уже, да, видишь, он уже не закрывает глаза. Да, походу я, короче, лоханулся с этим подкупом. Ну, потому что, типа, ну, камон. Ну, типа, я убрал денег, ну, типа, вкинул денег до хрена, а толку мне от этого, ну, типа, никакого, по сути, не принесло. Ну, а какой толк от этого? Никакого. Да, жалко, что нельзя... Слушай, ну давай, знаешь что, мы, может быть, с бандюганами можем это сейчас свяжемся, короче. Они у меня тут травку покупают, например, да? Мы сможем с ними как-то, короче, сейчас добазариться, чтобы... типа убрать конкурентов, может быть, нет? Ты как думаешь? А, здесь еще и бомжи появились, да? Опять влияние выросло, да, видишь?
блин, не прикольно. Не прикольно. Это совершенно мне не нравится. Ну ладно, понятно. Так, а что у него сколько стало? 28. Подожди, вот моя... Виги. Northern Lights. У меня 3 спалоя здесь. И вообще это 4, типа, да? У него что, на 4 есть? Нет. Нет. Нет? Нет. Так, значит, на 4 мы повышаем ценник. Да, вот так. Так. А здесь чье влияние? Опять этого муди... Очень странно. Ну ладно, хорошо. Так, с... По счетам мы сможем оплатить все, да? У нас что с денежками? Все нормально, да? Блин, ну опять, видишь, засрал момент целый. И как бы, короче, типа, ну, как бы, камон. Хотят уже приобрести баблиха. Ой, баблишка, ой, это не товар. Подожди, а поскольку я тут продаю этот свой рейги? Очень интересно знать. Слушай, Джонни, кое-кто изначально приказал мне проверить тебя, поступать жалобы. Чем тут занимаешься, что соседи уже до ручки дошли? Даю тебе один день. Что надо делать. Ему можно подкупить, в принципе, опять, да? Блин, ну ты тысячи, откуда? Блин, надо брать в долг, типа. Ну, блин, ну короче, я тут так лоханулся, просто капец. Ага. Блин, это печально. Это очень печально. Я не люблю, когда кто-то лажает, особенно я. Так, подстригули делаем тут, да, кустиков? Один день, да? Тут типа все жестко уже, да? Так а что, травы нету, денег нету? Что делать? Поскольку я здесь продаю, подожди. Не, моя трава-то где? 68. Регги. 2,5, 3, 4. Ну ладно. Так, подожди, здесь. Здесь сколько у него конку? 27. А он типа один день дает, он уже все, ушел или нет? У меня уже вообще красная. Надо суду, наверное, брать, да? Да, пойдем в банк, надо будет брать кредит. Ничего не поделаешь, чё. Либо я что-то неправильно делаю, либо
Ну, короче, типа вот так вот. Не, ну то, что я что-то неправильно делал, скорее всего, наверное, да? Можно банк? Здорово. Дэйв Тельмор. Приветствую, сэр, чем могу помочь? А мне нужен кредит. Определенно. Что ж, посмотрим. 5 баксов, 5 под 8, 10 под 8 или 25 под 8. А я, подожди. Что у меня по бабкам сейчас? 5000. Да, давай. Угу. Угу. 360, 1,2. Так, но мы тогда сразу под... Почему? А, вот так вот, да-да-да. Почему? Не успел, типа, да? Yes. Отлично, шухер легавый. Играя с огнем, легко обжечься. Но кто не рискует, тот не пьет шампанского, верно? Доступен новый уровень оборудования. Доступен новое оборудование. Это устройство поможет вам еще лучше контролировать условия в теплице. Светодиодный лап. Доступна новая осветительная установка. Используется для изменения... Блин, пацаны, не могу. Торф. Доступна новая среда выращивания, влияет на урожай, условия в теплице. Братаны, ёптель. Святые ксички! Вау, Халлер и Джекс вывели новый сорт. Так, аж, малюх, тебе нужно заиметь его. Кто они такие? Расскажи мне об этих ребятах. Это банда прямиком с западного побережья. Кажется, они обжили наше местечко и сейчас пытаются вынюхать, смогут ли они подмять его под себя. Они уже пустили корни в цель. Да ёптель мать. У отеля, однако, еще не перезнакомились с местными. Но это вопрос времени. Как я уже упоминал, у них чертовски охеренный став. Будем выращивать. Ладно, высадим. И не торопись, они привозят товар из Калифорнии, где растут его в строжайшей секретности. Клонировать мы не умеем. Надо бы сперва организовать небольшой корпоративный шпионаж. Можем подружиться с ними, ну или позаимствовать без возврата. Что думаешь? Попробуем. Вот мудаки, мы от них ничего не получим. Придется украсть. А мне уже скоро здесь нужно будет эту комнату назначать. Ёптель-моптель. Так, давай-ка здесь съездим пока. Дрянная ситуация называется серия. Да, ребят, на этом серию, наверное, я закончу. Вот. Всем спасибо за просмотр, за лайкосы. Всем счастливо, всем пока. С вами был Шмыга.